В Арзамасе-16 сохранилась пленка, рассказывающая о первом испытании водородной бомбы. К нему готовились особенно тщательно и, честно говоря, с большими опасениями. Многим не верилось, что новая бомба способна уничтожить даже такой город, как Нью-Йорк. Впрочем, тогда еще далеко не все было известно о ядерном оружии. И потому каждый новый взрыв мог преподнести любые неожиданности. И лишь несколько человек, и среди них Сахаров, уже поняли, что энергия атомного ядра очень велика, и что они, физики, уже способны соревноваться с Солнцем. То, что сейчас вы видите.